Клещи. Один внешний вид вызывает неприятные ощущения. А тот факт, что этот маленький жучок относится к разряду мелких членистоногих животных, которые пьют кровь, вовсе заставляет бежать мурашки по спине. Клещей можно встретить, когда наступает тепло, в период с апреля по сентябрь. Они живут в траве и могут обитать везде, где есть растительность – на городских тротуарах, пляжах, дачах, в парках и лесах. Сам клещевой вирусный энцефалит – это опасное инфекционное заболевание, которое вызывает поражение головного и спинного мозга. Но сочинцев и гостей курорта специалисты спешат успокоить – местные клещи не так опасны, как, например, в других регионах. На территории города Сочи встречается лесной клещ рода Ixodes ricinus. Он не эндемичный по клещевому энцефалиту, вызывает такие болезни, как клещевой боррелиоз, эрлихиоз человека. Вакцинация против инфекции не предусмотрена. Чтобы избежать всех неприятных последствий, гостям и жителям города важно самим позаботиться о своей безопасности. Отправляясь на экскурсию в лес или на прогулку в парк, стоит помнить простые правила. В местах, там, где не проводится акарицидная обработка, необходимо пользоваться репеллентами, правильно одеваться, то есть одевать одежду, заправлять брюки в носки, рубашку в брюки, иметь головной убор. Предпочтительно выбирать одежду светлых тонов и осматриваться каждые 2 часа. Если вы все-таки подверглись укусу и у вас нет возможности обратиться в поликлинику или травмпункт, паукообразное можно вытащить самостоятельно вращающими или покачивающими движениями с помощью затянутой в петлю нитки или тонкого пинцета, а затем сдать его для теста в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. После того, как провели медицинскую помощь, нужно отвезти клеща на исследование ФБУ, Центр гигиены и эпидемиологии, на улицу Рост 27, которую принимают с понедельника по четверг с 9 до 16.00. Специалисты рекомендуют соблюдать правила пребывания на природе и в лесу, ведь то, насколько безопасно вы организуете и проведете свой отдых, напрямую относится к вашему здоровью. Алина Тищенко, Ксения Синявская, Дмитрий Петри. Время новостей.